Завершена работа по строительству первой очереди самотечной части Зареченского коллектора. Информация об этом мэрия разослала во все СМИ региона. На днях работу питерской фирмы «Гаджет» приняла специальная комиссия. Напомним, строительство этого объекта началось еще год назад. Сроки его окончания сдвигались больше 10 раз. Последнюю работу над ошибками «Гаджет» проводил еще около недели назад. К новому коллектору подключали здание ФСБ, незамеченные строителями при прокладке трубы на этом участке. И вот, наконец, областное управление по государственному строительному надзору и жилищной инспекции выдало заключение о соответствии построенного объекта всем требованиям технических регламентов, нормативных документов и проектно-сметной документации.